Что у нас? Так, мой жилет. Ладно, выдергаешь. Миньончики, правда, маленькие. Ну ладно. Вот такие лосоньки. Да, 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 да. Ну вот, маленькие, к сожалению. Поросята маленькие. Ну хорошо, когда они маленькие. Молоденькие. На 200 рублей. Ага. Так. Так, рулет я вам обещала сделать. Да? Правильно? Да. Я говорю, рулет я вам обещала сделать. Вот я и говорю. Раздеты, это и сама. Ну вы заодно хотя бы посмотрите, как говорится, что это вообще делается. Солить, перчить, да? Да. Чеснок зашпиговать. Можно чеснок зашпиговать, что вам нравится. Я не любитель чеснока пареного, вот этого вареного. Я вообще это вот перчу и солю, больше ничего не делаю. Я ни курицу с чесноком не люблю, не люблю вареный вот этот запах вареного чеснока. Фу. Свежий, да, а вот этот, который был в тепловой обработке, все. Вот эту кожицу, можете его даже вот так сверху рулета сделать. Нужна. Не нужна, да? Так. Вот, смотрите, видите, она не тянется. Надрезаем вот эту пленочку. Вот он, видите, какой становится. Искручиваю, да? Да, вот с жирненького края, который пожирнее, его вовнутрь. Вот смотрите, во сколько раз он завернулся. Ага, и это, и нитками. И нитками, да. Нитками, вообще, я обычными даже завязываю. Да, все. Мне еще что-нибудь надо, какой-нибудь это. Еще отбивать еще надо. Карбонатик? Ну, что-нибудь, чтобы удобно было. Кореечку.